Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Понятие «гражданин» известно со времен Древней Греции. Само слово в прямом переводе с греческого обозначает «житель города». Гражданами в этом древнем государстве называли людей, которые обладали правом голоса. В Российской империи гражданами называли городских обывателей, то есть жителей городов, горожан. В наше время гражданин – человек, принадлежащий к постоянному населению определенного государства, который подчиняется его законам и имеет определенные права и обязанности. Россия – огромная страна, население которой составляет, по данным на 2017 год, 146 804 372 человека. В Конституции Российской Федерации записаны права, которыми обладают граждане нашей страны. Наша страна, вместе с другими странами, поддержала Конвенцию о правах ребенка. В Конвенции прописано, что каждый человек до 18 лет является ребенком. В законах России установлены гарантии этих прав. Право на охрану здоровья, право на образование, право на жилище и другие права. Самые важные вопросы жизни государства могут быть решены путем голосования всех граждан России. Такое голосование называется референдумом. Помимо прав, у граждан Российской Федерации есть и обязанности. Кто же такие настоящие граждане своей страны? Гражданин – это человек, который делает все, что только может для благополучия своей страны. Он не может оставаться безразличным участником исторических событий. Он радуется успехам своей родины, переживает беды и неудачи. Такие качества достойного гражданина называют гражданственностью.